что если Нага Сирена с рефрешером, Аганимом и Октарином? Хорошо. Блин, это круто, это работает. Ваш первый хит! Серьезно? Чисто 15 секунд дизейбла, где вы такое видите? Да просто ломают. А они спят. Вот мои просто ломают, а эти спят. Найс тактика, а что если, да? Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и сегодня у нас новый видос в рубрике «А что если?». А что если Нага Сирена с рефрешером, Аганимом и Октарином? Что может у нас получиться за 14 секунд выноса оппонентов? Ребятки, как вы думаете, что может получиться? Конечно же, может получиться так, что стороны у оппонента могут полететь. Не знаю, что получится из этого видео. В принципе, тематика тут — это просто хорошо, хорошо развести их на то, чтобы они побегали за мной, и я их подержал во сне определенное количество времени. Но не суть, посмотрим, как это все в целом будет работать. И, в принципе, видосик простенький. Реально, видосик максимально простенький. Поэтому, ребятки, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, кто не подписан, чтобы не пропускать такие видосы. Ну и, конечно же, готовимся. Ребята там что-то лютое уже напикивают. Погнали. Сейчас посмотрим, что у нас как будет по игре. И let's go, let's go. Фарм предстоит мне крайне тяжелый, потому что Нага долго фармит. Постараемся тут выфармить что-то такое, чтобы можно было сначала как-то, знаете, душить, да? Душить, душить, вначале душить. Но тут, видите, сразу взяли у нас ЕС, а ЕС против Наги. Это будет крайне тяжко. И у нас, в принципе, есть определенные страта пуша. Постараемся забайтить пацанов. Там начнется какая-нибудь жесткая заварушка. Нужно будет только успеть ульт нажать, и все. Только успеть ульт нажать. Это будет огонь. Оф. Уру, шаман. Надеюсь, катка получится интересная, ребят. В целом, ну, герой сам по себе у меня жесткий. Но посмотрим, насколько он жесткий, когда можно дизейблить 14 секунд, и как это будет сработать. И как это будет вообще в целом работать. Не знаю, посмотрим. Посмотрим. Можно будет работать. Хорошо. Ребята готовятся. А, там мид. Мипа мид. А? Мипа мид. А если мипа пойдет мид, тяжелее его убивать будет, потому что это мипа сам по себе. Это мипа. Мипа — это мипа. Сапожок, там небось мипа кейт, сапожок. Знаете, стандартный набор такой драчунчиков. Но не суть, не суть, готовимся. Поехали у нас скрипчики. Что будем первое брать? Я хочу сыграть, конечно же, через ботл, через рун контроль и, возможно, какие-то ганги. Если будем подгангивать, будем действовать по красоте. И в целом получится годненько. Можно так сказать, пробуем Нагу четверку, выразимся так, но Нага с изюминкой, потому что будем пробовать сейчас делать грязь, именно которая у нас состоит из такого крысиного пуша, получается, с байтом врагов на то, чтобы они именно бежали за мной, а в этот момент ребята из засады выбегут с топа, да, и задушат энное количество товаров. Так что я надеюсь, получится прикольно. Все-таки это такой контент, который, в принципе, никто еще не делал. Такая стратегическая игра будет у нас тут по стратегии. Будем просить ребяток делать вещи. Так, ну мипа, в принципе, такой себе персонаж по ласт-хиту в начальной стадии. Не знаю, я мипа что-то пристрастился брать топорик, если честно, в ранней стадии, потому что, ну, чуть поинтереснее ласхитит он тогда. Эх, не добил, прикинь. Чуть поинтереснее тогда ласхитит. Чуть поинтереснее. Ну да ладно. Там серьезные враги. Серьезные герои. Выразимся так даже. Так, два крипа уже пропустил. Два крипа — это плохо.
сеточками обменялись. Эх, не добил. Но у меня есть ботл уже. Найс. Пойдет. То, что нужно, я сделал. А пойдем на нижнюю руну. Как раз Кура уже летит. Поставим тут вард. Поставим вот такой вот вард. Хорошо. И ждем руну. Руну, ботл и погнало. Так, там ребята размениваются. Но нет хп уже. Баунти Хантера. Есть. Одна тычка. Монетка. Неплохо. Абадон щемит. Погнали, пробежимся. Его попробуем. 70 маны, 70 маны. Пойдет, можно попробовать какую-то грязь сделать. Надеюсь, я не просто так в холостую иду. Можно будет попробовать. Можно будет БХ еще мазануть сейчас. Хорошо. Подмажем Баунти Хантера. Мипа тоже пришел. Давайте отойдем, если что. Подрегенимся сейчас. Ну, Мипа что-то тут... Души его, дядь. Да ладно. Ой, ЕС пришел. Дядь, добей его. Хорош, найс. Красавчик. Прям четенько работаем. Оп, найс. Это, в принципе, даблкил должен был быть. Но как-то не ушло это дело все туда, куда должно было уйти. Нормально на низ стянулись, да, такой файт. И Мипа забрали, все забрали. Подмазал Баунти Хантера по-профессиональному. Молодец на шамане парень, четко пришел, тоже помог. Ситуацию все разрулили. Пока тут есть крипы, фармим. И уходим на мид. Хорошо. Пойдет. Сейчас на руну пойдем, наверное. Эх, ладно. Раньше надо было идти. Так, ну один мип уже отошел, да? Погнали на телепорте. Нет смысла, не вижу. Просто в холостую стоять. Попробуем на топе руну забрать. Если там никто не заберет, то будет это прекрасно. Это прекрасно. Давайте базилочку. И тпшечку. Базилка и тпшка. Мипа чем жесткий в ранней стадии? Это то, что у него очень большой резист. 30%. 30% его родной резист. Хорошо. Ух, как оно. Вот так вот, а пацаны. Мипарей пикать. Ребята молодцы. Такие, знаете, на подхвате постоянно. Моя задача кинуть сеточку. И работать. И работать, пацаны. Также не забывайте крипчиков ласхитить, если играете на наги. Надеюсь, эта катка будет фаново. Зайдет. Дядь, ну не забираешь сетку, у тебя миллион лет кдэшится. Миллион лет. Хорошо. Сетка миллион лет кдэшится. Сейчас подрегенимся, ботлик придет. Хорошо. Так, ну вот это выкладывается, вот это вот так, вот так, вот так. Все хорошо, внизу пойдем рунку забирать. И можно что-то гангануть, но тяжело будет. Там Абадона надо щемить. Все, аквила есть, можно подраться будет с этим мипарем. Ультанем, забираем руну. О, переиграно. Переиграли, пацаненка. Он думал, в сказку попал. Типа, изи нага, никто ей не играет никогда, она слабый герой. Не, ну на самом деле она слабоватая, но... Все-таки... Если как-то правильно кликать, да, то... Тушить можно. Тушить можно. Плохо.
А Найксли состоит, а ща крысит, да? Найксли состоит, крысит. Пацаны гангают, работают. Вот здесь пофармим. По чуть фармлю. По чуть так крипочков, не только с мида. Видите, на топе крипчиков тпхнулись, подфармили. Толкнули лайн. Так и будем подрабатывать. Хорошо, фарма ей много надо. Фарма ей очень много надо. Сейчас пойдем на мид. Что-то там БХ, мне кажется, лишнее делает. Ух, санстрайк еще залетел. Бедолага, я подхожу, просто его забираю, постоянно этого мипаря. Ну, на руне я его соло одолел. Соло одолел на руне. Хорошо. Дам. Дам маны. Иди сюда. Хорошо, дадим ему. Вот так, двойку. Пойдет ему, хватит. Внизу рунка хорошая. Если так фарм будет идти, то я думаю, можно будет сделать что-то типа радиенса на ранней стадии. А ты что? Ну, мипа такой парень. Серьезный. С такими ребятами лучше не связываться, парни. Согласитесь. Он опасен. У него там 80 винрейта вот этого 7-го слота, но у него 0.4, мы пока выигрываем. Но тут катка такая будет, серьезная. Там пацаны на победу рассчитывают люто. Парни там серьезные. Парни там серьезные. Моя задача тоже аккуратненько подпушивать. Ой, не забрал рак. А не-не-не, минус. Надо. Вниз сбегать бы. Чага. Армор сниму, он нападет. Туши его, он ничего не сделает. Хорошо. Пойдет. Четенько. Четенько все делается. Если Абадон и фармер, да? Так, сейчас у нас, в принципе, ребята, и крипстат неплохой. Я вам вот что скажу. Несмотря на то, что я что-то там подгангиваю, роумлю, бегаю, у меня еще, в принципе, неплохой крипстат. Это 52 крипчика. И берем иллюзии. Там в центре. В центре, Найкс. А тут надо вылазить, в такой момент давать трек. Пытаться убегать. Погнали вниз пробежимся. Под ДДшкой. Если я сразу разберу две тычки. Три тычки ему, по сути, ЕС. Три тычки. Ага, ЕС там вообще лоу ХП стоит. Там Манси где-то ЕС, да? Ага, вот он. Жесть. Прикинь, да? Крипы забирает. Ну ладно, ничего страшного. Крипы забрали, ничего страшного, ребят. С трека денежку получили. Музяку послушали, что еще нужно. Музяку послушали. Инвокер фармит, все фармят. Но будем собирать за 3к вещи. В радик будем выходить. А, спалился. Спалился.
Хорош, ну я пушу тогда. Я тогда пушу. Вокера бы гангануть еще, Найкса. Так, ну этот присол пришел у меня фиссуры кидать. Да, я не могу бить. Хорошо, мипа задушили. Так, 3800 почти есть. Жалко, ТПшки нету. Вот я лох. Как можно вот так без ТПшки, да? Монетка. Найс это. В принципе, почти радик. Почти радик. Без ТПшки. Как так возможно? Ладно, боковом куплю уже. Так, я раскачал себе иллюзии. Раскачал двойку и тройку. Я прокачался гибридно. Я думаю, это будет мне на руку. На руку будет. Будет на руку, я думаю. Почему нет? Попробуем вещи сделать. Хорошо. Свалите с леса уже, пишет там. Ну конечно, там такая суета, ё-моё. Конечно. Там такая суета в лесу. Так, куда идти фармить? На мид, да? О, на миду много крипов. Щиточек скидываем. Щиточек скидываем. И работаем. Качнем, наверное, иллюзии, чтобы можно было сейчас фармить лучше. Иллюзии. Сакрет имеется. 13 минута. В принципе, неплохо. Сейчас добираем радиенс. И поехало по чуть. Добираем радиенс. На топе крипчики еще копятся. Давайте, знаете, что сделаем? Вот тут вот стакнем сейчас. Аккуратненько. О, там душит, душит. Первый фражочек сделал мипа. Первый фражочек. Пойдем в руну сходим. Мипо? Он такое удивление. Первый раз, наверное, его увидел на карте. Хотя не первый раз она увидела же. Ах, ты прямо из-под носа забрал, прикинь. А чё ты не клэпаешь? Или ждешь, пока я подойду? Хитрый на кентавре. Или у него маны нету? Он фуловый, странно, чё не клэпает? Ну ладно. Что там Абаддон чё делает? Найс. Жестко. Пойдет 800 золотых. Идем в мид. Ману тратить не будем. Мипа 9 левел, у меня 11. Если вдруг нападут, а напасть они могут вдвоем, втроем, то надо будет ультовать просто и стараться жить. Но если там будет Найкс, Найксу пофиг на мой сон, временно. Пока не кончится рейдж у него. Это единственный будет персонаж, который будет вызывать некоторые проблемы и вопросы. Хорошо. Некоторые проблемки будут с Найксом. Хорошо, это отправляем по миду. Погнали в лесочек, радик уже есть в принципе. Покер, мипа. Пластики имеются. Ах ты, Криса. Всех заберет сейчас, да, иллюзия? Ладно. Не стал я уже там. Кнопку нажимать. Давайте сюда. О, поймали фарм. Пошел, Найкс уже армлет сделал. Найкс армлетик имеет, парни. Это заявочка. Давайте вот так вот сделаем. Я сами на базу. Все, Найкс. Одного туда. Вот этих сюда. Как раз подстакаю. Подстакаю как раз. Подстакаем. Сейчас пойдем на топе, наверное, раку закатим, да? Погнали. Маны хватит. Все, это фигня. Ух ты. Какой, ля. А ты шо? По шпалам моторы, говорит. Дай пройти, дай пройти. Все иллюзии снял. Ух ты. Рисок какой. Тут. Ух ты, с радика запилено.
Давайте поддержим его вот так вот. Я все хилы позбивал. Опасно. Тини разберется. Так-то лучше. Так-то лучше. Тини разберется. Санстрайки еще. Ну, на базу надо идти. ХП нету. Я сейчас иллюзии тут создам. На лесочек побегу. На руну не буду выходить, потому что опасно. Блин. Фокер может загрязнить тут ситуацию. Надеюсь, не будет санстрайков. Так, по мансе. Все, по идее, 400 хп должно хватить. О, санстрайк, видели? Я видел. Еще бы я не видел его, я же слежу за игрой. Так, что next там? Next там Октарин. Next Октарин делаем. Хорошо, на миде иллюзии создаешь? Или нафиг идешь? Давайте туда, вот так вот. Все, фарм-машина пошла, ребят. Фармим как можно скорее всю эту тему. Здесь аккуратно успеем простакать, надеюсь. Еще дополнительно. Чуть-чуть фарм. Пойдет. Сон можете, ребятки, не качать в случае, если играете на наги. То есть, ну, на разочек сон. Вот я сейчас не особо активно, да, веду игру. Я в основном сейчас фармлю, поэтому я сон и не макшу, в принципе, чтобы там только кдшка улучшается. Так-то длительность сна, она постоянно одна и та же. Так что можно двигаться. Не спешите. Че, 9к золота выфармлю и поехала. Буду вещи делать. Здесь опять оставляем это сюда. Пойдет. Ух ты, какие, смотри, ходят они там. Я чисто фарм машиной пока что занимаюсь. Чисто фарм машина. Очень быстро фармит Нага с Радиком. У меня уже 3300. Погнали на топчик. Ребята прям стараются их щемить. Тиник там. Другие пацаны. Прям щемят. Ну и фидят иногда. За счет этого щемления они... Ага, там стоит вон он. На мипа, чувачок. Давайте в магазик забежим, купим. Ну, вот там Killing Spree кто-то сделал даже. Это вот так вот. Хорошо, надо сапог выложить. А то соберется. Кривизна. Заряжаем ботлик. Сейчас ману пул отопьем. Так, не то нажал. Это вот так, это вот так. Забери-ка вот это. Ману на фул отпиваем, пока вот эту тему делаем. Смотрите, у меня было 100 маны, сейчас сколько станет. Полностью без артефактов отпиваюсь. Это называется абуз вот этого, да? Абуз маны, вот 500 маны, было 100. Так, хорошо, в лесочек нырнем. Одну сюда, вот этих двух туда. Это сюда, хорошо. Вот это вот сюда. Уже почти Октарин есть, это радует. Так, у нас тут Зет колотит. Зет колотит. И успею, да? Успела, хорошо. 1700 золотых. Ребята там бегают, суету наводят. Ну давайте чуть поучаствуем. Пойдем попробуем что-то сделать. Надеюсь, не фидом это закончится. Внизу. Иду вниз. Самый кайф это то, что... С каждого мипа будет по треку начисляться. С каждого мипа. О, хорош. Зарызал. Чисто запищал мипарь. Ребята жесть в тисках их держат.
исках. Еще рано что-то говорить, они могут камбэкнуть, они пока зажаты. Вокер раннего пика формы. Ой, вернее, не раннего пика формы герой. Найкс тоже надо чуть-чуть подфармить, чтобы окрылиться. Все, у меня есть, в принципе, уже. Октарин, дальше рефрешер остается. С рефрешером сейчас посмотрим, как игра будет обстоять. Блин, но получится, по идее, интересно. Пока что мы их держим. Доминации в такой. Пока что доминируем. На базу схожу. Топорик продавать пора. Топорик продавать пора. Погнали вот здесь вот. Так сделаем. И погнали. Кстати, будет полезен видос для тех, кто любит этого персонажа, тем, что тут полностью показано, как я выфармливаю на этом героя. Вот сейчас вот идеальные условия, да, команда подтаскивает, я что-то там участвую, и в целом я зарабатываю большое количество золота. Большое количество золота тем, что я просто сплитую. Мы же выиграем. Так что ничего страшного. Так, есть. Тут вот так. Косарик, да? Косарик есть. 4к золота, да, получается, остается мне? 4к золота. И пойдем ломать первую сторону какую-нибудь. Ну, я низ пойду, ребята, по топу пойдут, по стандартику. Не стал я жмыхать третьим, потому что они выфармили их. Не успеют. Не успеют они. Ух ты. Сразу у меня прокаст такой. Так, ну я не успею, да? Давайте вот этого вот так поймаем. Но на Экса нет смысла кидать ультимейт сейчас, потому что на Экс задиспелит. Тут еще и ЕС. Нифига себе тут народу. Погнали драться. Так, вот делаю. Оп, сеточка зашла. Есть трек? Найс, успел. Хорош. Пойдет, красота. Дальше в лес. Почти есть. Почти есть кнопка. Двойку. Каждые 60 секунд можно будет ультовать. Но, опять-таки, с рефрешем хочется ультовать, чтобы полная комбинация была. Ребята пока что не камбэчат. Но Мипа может закамбэчить. Он будет в любом случае камбэчить, потому что такой герой. Ребята, которые пикают Мипа, как правило, это те ребята, которые знают, как играть на этом персонаже. И знают, что на нем надо в целом делать. Но, например, вот как если взять меня, да, мой Мип это, конечно, смешной. Смешной персонаж, потому что у меня мипа кринжовый. Я его максимально хреново расконтриваю, но тем не менее выиграть можно, потому что на макре двигаешься, да, герой в принципе на макре. На нем полегче на макре играть. По макре данный персонаж хорош у меня. В принципе, понимаешь, куда чего надо. А в принципе на всех героях макро. Стараюсь немного лучше держать. Так, одну иллюзию на топ, одну иллюзию на мид, и работаем. По кайфам. Ребятки, не забывайте поставить лайк на видосик, на этот видосик, на прошлые видосы, которые у нас выходили по рубрике «А что если?», потому что такие видосы, они, в принципе, именно какие-то оригинальные, да, необычное видео, то есть в чем-то какой-то смысл, да, заключается в таких видео. Не просто тупо выкладываешь какую-то игру и все, типа, вот, смотрите, у меня каточка там и тому подобное. А имеется смысл в том, что эта рубрика, она славится тем, что тут всегда какие-то необычные стратегии игровые. И в принципе, я рекомендую к просмотру этот контент, потому что, ну, реально годно и интересно. Вот этот видос сейчас тоже будет раскрываться по чуть. Мы будем баловаться именно через рефреш. И посмотрим, что из этого выйдет. То есть у меня уже есть кнопка, да, в принципе, я уже готов это все делать. И потом соберем просто банально
кнопку под названием еще Аганимы. С Аганимом также Нагу под душем. Нагу никто никогда не использует через Аганимы. Не знаю почему, но типа она не славится через эту тему. Ну, я примерно догадываюсь, почему, потому что все-таки Нага это Нага. Она все-таки как бы по дамагу чаще всего используется, нежели чем используется через сетку, через стройку. Поэтому, ребята, вот такая вот тема. У меня какие-то подлаги начались. Но мы сейчас быстренько тут еще зафармим. И погнали. И погнали. Рефреш есть, надо теперь... Батлыгу скинем, наверное, и ТП-шечки. Батлыгу и ТП-шки. А Мипа тоже камбэчит по чуть-чуть, бы Хань убил. Так, пацаны, ждем рез. Мипаря. ИГ. Мипарь веснется и поехала. Хорошо, можно вот здесь пойти. И дамажат они неплохо, так иллюзии в принципе. Почти инвокера подслили. Рефрешер есть. Тревел, дагерочек бы. И работаем. Тревел, дагерочек. Жестко, как я там фармлю. Есть. Тревела уже, в принципе, у меня тоже есть. Это радует, потому что нужно будет уходить на тревелах четко по таймингу. Монетка. Неплохо. Так, делаю. А лучше я в топ, там Т2, а вы по низу и низ сломаете, пока я там буду. Я думаю, мне кажется, так будет получше. Го! Стянитесь. Все ок. Они за мной придут, и я тут такой, хоба, начинаю комбинировать. Надеюсь, первый, блин, не будет комом, потому что меня могут просто тупо законтролить. Там найксы всякие вот эти. И всякая прочая вот эта дичь. Хорошо, ТП-шки продадим. Ждите. Тут в засаде. В засаде. АФК бан. Там еще кто-то АФК еще встал. Осуждаю максимально. В засаду. В засаду, пацаны. В засаду. Так, я готов. Я готов. Иду по топу, брат. Ну что, начинаем нашу стратегию. Называется опасные, опасные ноги сирены. Опасные ноги сирены. Жизнь начинается, суета. За мной начнут бегать сейчас. Два героя тут. Хорошо, я их продержу. Найс. Первая комбинация есть. Продержал пацанов, но они там ничего не сделали. Вдвоем. Ну... Ну, я продержал двоих. Я продержал двоих. Уходите. Уже не спушите. Но пока первый блин, можно сказать, комом, потому что продержал всего двоих. Никто не пришел. Никто больше не пришел. Я больше пацанов забайчу. Ух, Тиника там душат. Ай-яй-яй, го сюда. Дагерочек бы сделать. Киллинг спри сделали. Аккуратно будем. Смотрите, я в принципе потратил. Кнопки нажал, да? Кнопки нажал, а... Хорошо. Дагерочек, наверное, какой-то сделаем. Рефреш кдэшится и гоу. 70 секунд. Мипа на топе. Мипа, мне кажется, меня не должен убивать. Я его должен убивать уже. С Октарином. Огоним просто у него и все. Его просто огоним. Но у них такой камбэк-отряд на самом деле. Там 52 секунды. Да, даггер возьмем, наверное, все-таки, ребят. Даггер гоу. И огоним некстом. Даггер огоним. Хорошо.
35 секунд. Ребята, информирую о том, что у меня чуть-чуть еще до КДшки. Уловы. Массеп 3 там уже будут. О, так сломаю пизи. Хорошо. Двигаюсь. Ой-ой-ой, я сейчас тут подвигаюсь, к слову. Жесть. Отлично. Ух, иллюзии хреначат. Сейчас я тут подвигаюсь. Ребята там. Внизу два героя. Ну, стоят на дефе. Понимаешь, что что-то не то. Понимают. Понимаешь, что-то не то там. Абадон побежал. Но я тут на топе суету наведу. Они Абадона будут убивать там? Пусть убьют. Бейте. Бейте Абадончика. Я пока на топе. Блин, такая на самом деле Нага, она засранка какая-то получается. Тем, что я вот вынужден, да, ребят, тут напрягаю максимально люто тем, что приходится кому-то на топ прийти. И самый кайф, что меня никто не убьет в целом. Меня никто не убивает здесь. То есть я просто беру, нажимаю ультимейт и ухожу спокойно. Ребята таки там, да, Мипа душит уже. И подушит. У двоих. Шаману тревел надо. Шаману тревел надо. Печалька. Печалька. Эй, засейвил. Просто засейвил. Ой-ой-ой. Так, ну у пацанов немножко не получается стратегия, да, они ко мне не приходят. То есть ко мне 2-3 героя приходят, они там стоят, да, мельтешат постоянно. Мельтешат постоянно. Шаман без маны. Вот регенится. Го. Идите низ. Я забайчу. Пацаны. Идите низ. Хорошо, иллюзии в бой. Оп, хорошо. Пошло дело. Пацаны должны в это время работать. Там низ должен... Очень долго я их держу на самом деле, но ребята так и не зашли. Не зашли они. Жесть. Но зашли уже, ну, поздновато. Я очень, очень долго их сейчас продержал, но суету навели в целом. Нормально, нормально работает. Пацаны в офиге на самом деле с того, что происходит у них, пойдет. Пойдет. Работает стратегия, ребята. На самом деле работает, они не знают, что делать. Вот они вроде... В ДФе, да, но все, ББ. Вроде в ДФе еще раз можно сделать, но нормально. Нормально, рабочая тема. Нормально. Блин, у меня уже сон откатился. Жесть. Да я могу же так по КД сна байтить без рефреша даже. И на тревелах. Блин, это работает. Я не думал, что это так будет работать, но просто держать во сне, и это круто. Это круто. Тиника бедолагу там кидают постоянно. Так, аганимчик. Аганимчик гол. Если что, в команде можно будет немножко побаловаться так. Пойдет. И аганимчик сделаем. Сейчас начнется такая тема, что мы не будем тянуть вообще там никакие 5 на 5, да, и нужно будет по-любому вот эту комбинацию юзать, потому что по-другому, ну никак просто. Другому, ну просто, ну никак. Я боюсь, нету БКБхи, не хватит. Хорошо, работаем. Mm.
Я в наглую. Я в наглую сон им дам, не ссыте. Койки. В наглую сон дам, не ссыте. Хорошо. У меня уже почти есть 20 секунд. Я готов. Я готов. Не зайдите. Не спусти дуд. Тинник уже там, на месте. Хен, ты где, спрашивает? Я там, где тебе даже не надо знать, дядь. Я там, даже где тебе знать не надо, дядь. Хорошо. Так, ну, там есть абадончик, да? Дам сон тут. Сплетуйте. Не знаю, идите. О, змей так поставил, окей. Под балансом. Опа, а тут моя история закончена, наверное. Жесть. Но уже буду драться. Ребята сплетуют, на меня весь тут... На меня весь актив, но это работает. Это работает, ребята сломали. Им бы тревела бы еще. Ребята, тревела бахните. Если тревела сделают... В драке тупо... Travel, юзайте. И на другую сторону. Блин, ну прикольно. Я не думал, что будет даже такой эффект. Шаман пошел, змеи сюда ткнул. Я подбалансил аккуратненько. Сначала не вкурил, как происходит. А потом как вкурил. Ой-ой-ой. Но тут стики есть еще. Стики не успел даже. Печалька. Надо, скорее всего, БКБшку делать даже. Просто сам прикол, аганим в драке тоже может хорошо повлиять на эту тему. Ну, минус две стороны. Во сне подержали, задушили. Все, найс. Сон даете и ГГ. С доминатора, да, можно крипчика там поставить спокойно. Делать вещи. У меня уже почти рефреш есть. И Криса. Гоу, иду по низу. Крисят пацаны. Ну, Мипа уже приоделся. Же там скади, бабочки, луки там. Два пацана в топе еще уже стоят. Было бы круто, если бы тревела были у команды. Хорошо. Блин, это круто, это работает. Баш первый хит! Серьезно? Но я пожертвовал своей жизнью. Баш first hit. Жесть. Но ребята сломают, да? Жесть. Баш first hit. Немножко тайминг не подгадал, но это работает. Это работает, ребят. Ломайте, ломайте, ломайте. Пятерых просто продержали, четенько. Ой, блин, ну это прикольно. Уходите. Это работает, ребята. Я думаю, третью сторону вообще не составит труда. Мы сейчас просто, я просто возьму сюда, здесь встану и все, и это ГГ. Я просто, понимаете, почему стратегию-то вспомнил? В старых версиях доты, как вы помните, Нага просто давала сон, особенно боты они любили, и просто спокойно ломали. Почему бы ту же самую тему не попробовать, я подумал, но тут есть некоторый нюанс, что сейчас сон дает неуязвимость на постройке, но можно эту неуязвимость немножко... обходить, тем самым просто блокируя оппонентов и давать своей команде пушить. И это реально работает. Это работает.
Сами видите, что это прикольно работает. Сейчас я зайду в ХГ к ним. Да, топ зайдете. Тупо. Я у колодца задержу их. Или, пацаны, вместе их соберем. Где-то внизу или в миду. Я сон в пятерых и ГГ. Чисто 15 секунд дизейбла. Где вы такое видели? Тупо, пацаны, ничего не могут сделать. Я пошел вниз. У меня уже почти рефреш есть. Очень быстро кдешится, на самом деле. Но от аганима толку, конечно, нету в этой стратегии. Потому что аганим используется как подхил союзников. Ну и сам подхил, то есть самого персонажа. Так что так, немножко... Аганим, тут БКБшка вместо аганима хорошо зайдет. Даже Радик можно уже продать, в принципе, сделать БКБ. Сделать БКБху. Я боюсь, меня просто законтролить могут. Ну, я в ультимейте, если Найкс меня будет долбить. В принципе, в ультимейте я могу отхиливаться. Чуваки там стоят. Хорошо. А как это контрить, вопрос? По КБшками? КБшками? По КБшками это контрить? Хорошо. Они мид просто сломают сейчас ГГ. Опа, все подставились. Это будет больно. Ультану. Хорошо. Нормально так держу их тут. Пацаны там работают по сторонам. Ну все, я продержал сколько смог. Вот этого браконьера не успел поймать. И пать потерялся. Здесь там трон подпадывает, да? Лол. Блин, это классно. Это реально классно. Я топ пока ломаю, пока пацаны там. Реально работает. Это реально работает. Сейчас еще сон будет. 14 секунд. 14 секунд сна. Это жестко. Жесть. Просто кошмарин. Кошмарин. Оп, отходим. Да ты что, в рейдже? Сможешь, что ли? Сейчас пойдем поможем своему тиммейту. Оп, сейчас еще сон откатится, еще покошмарим. Блин, это круто с Октарином, прям царско. Прям царская, ребята. Все, фастфиниш пишет уже. Просто кошмарим называется. Так, надо курочку поймать, ребят. Да ты шо. Да ты шо. Курочку надо поймать. Где курьер? Сеточку не могу накинуть. Вижна бы еще добавить сюда, чтобы их видеть. Жестко было бы. Ух ты какой. Я ультану. Даже ультовать не надо будет, думаю. Хорошо, ушли. Че хочешь? Че он хочет от меня? Хорош. Ладно, ультанем. Похилимся чуть-чуть. Смотрите, какой хил пошел. Жесть, как хп лезет. Очень люто. Это там мид ломает. Чисто ванвейт, чувак. Чувак, очнись. Жесткий на мипа парень. Не хочу рефрешиться. Не хочу рефрешиться просто. Оп, зарегенимся.
Души его. Хорош. Красота. Но Мипа такой, нет, я не хочу проигрывать. Чисто, знаете, последнюю этот пытается какой-то момент сделать. Блин, но жестко. Нага с Аганимом все-таки неплохо заходит. Потому что тоже, сколько я хп себе восстанавливаю. Чуть-чуть КД. В топ поставишь. Я ультану. Иду. Хорошо. Да ты что? Да ты что, 2х? Пацаны, не надо. Пацаны, не надо. Крепочки пошли. Шаман далеко, да. Но шаман не стал ничего делать. Я с таймингом не попал. Хорош. Мипа байбекнулся. ББ. ББ. Ждем. Шаман не успел. Чуть-чуть не успел. МП нету. Да, маны нету. Иди на базу. Раз-то не спи, брат. Точняк четко подходит к тому, что не спи. Пойдем еще с сном по этим, по кошмарим их. Хорошо. Да, жестко. И крипы сами ломают. Блин, это круто. Не знаю, прям next level play. Не знаю, как вам, ребят, но мне заходит. Это прикольно. Просто кошмаришь сном их и все. КД тут и 15 сек. То есть каждую минуту просто сном кошмаришь их и все. Сном кошмаришь. 7 секунд. Там кто-то умирает у нас, да? Разошлись все. Ух ты, Криса. Так, ну бараки они ломают. Я держу просто во сне чуваков. Спят усталые игрушки, книжки спят. Д-д-д-д-д. Ну и змеи работают. Блин, да это имба на самом деле так делать. Я даже в принципе я не дерусь. Ребята дерутся, оно все на пассиве пушится. Реально. Все на пассиве пушится. Ты постой, братка. Не стучи колесами. Этот идет, смотри. Если что, сон заюзаю, пацаны помогут. Ему пофиг, это мипа, бро. Давай душить его. Че делаешь? Че ты делаешь? Ребят, вот так вот. Еще чуть. Что делает парень? Я не понимаю вообще. На базе хилки сейчас дропну. Так. Хилки дропнул. Пацаны, купите тревела и го красиво. Трон. Я забайчу с вами. И сон 14 сек. И по красоте сделаем. По красоте просто. Вот тут вот так 40 секунд еще. 40 сек. Тут можно, знаете, даже как делать. Аккуратно дистанцию подбалансить. И трон открыть, чтобы он был не неуязвимый. И ребята подходят и спокойно его бьют. Блин, это круто. Только это надо аккуратно, четенько делать. Четенько. 20 сек. 20 сек, когда ждите. Вот этих пацанов сюда. 10 секунд. Чуваки, поехало.
Да просто ломают. А они спят. Вот мои просто ломают, а эти спят. Найс тактика. А что если, да? Просто. Просто пацаны шокированы. Это издевательство на самом деле. Пока чуваки спят, там спокойно ломаются. Не знаю, красивое окончание карточки. Красивое. Там злоба на меня, прям агрессия. Опа, да ты шо? Серьезно, страшно, аппетитно. Вот этого пацана убить. Нет, отойдем. Немножко покурим. Вот этого пацана побьем, он лоу-хэповый парень. Сейчас еще ульт будет. Давайте своих похилим немножко, может. Жестко. Блин, ребят, но в принципе видосик получился необычный тем, что, ну реально, это рабочая стратегия. Пробуйте это с друзьями, аккуратненько подбирайте дистанцию и просто спокойно ломайте. Это забавно. Не знаю, понравился вам это видео или нет. Я честно не знаю, это первый раз использованная нага через Аганим и через вот такую стратегию, ребятки. Ну, оцените это видео лайком, напишите комментарий и в принципе все. Вроде получилось неплохо. Спасибо всем за просмотр. С вами был Ксеназос и до скорого.